простая бабушка у Вовки Черемных ничем не выделялась она среди других. Пекла для Вовки шанишки, с морковкой пирожки, трусы ему стирала и штопала носки. Но вот пришел однажды какой-то генерал и крепко-крепко бабушку при всех расцеловал. Так вот какая бабушка, а Вовка и не знал. Спасен от смерти бабушкой вот этот генерал. И все в отряде знали Настену Черемных, разведчицей отважной слыла она у них. Теперь для Вовки Шанишки вкуснее во сто раз, а все, что скажет бабушка, как воинский приказ.